Заседание комиссии по предоставлению государственных гарантий под руководством премьера Абдусамада Гамидова состоялось накануне. В ходе ее работы рассмотрели вопрос о предоставлении госгарантии инвестиционному проекту строительства завода по производству листового стекла «Флуат-методом». Общая стоимость проекта составляет 10,5 миллиардов рублей. В настоящее время планируется реализация второго этапа проекта. Для получения инвестиций завод планирует привлечь в качестве соинвестора Российский фонд прямых инвестиций. Сумма государственной гарантии республики составляет более 1 миллиард рублей. Как было отмечено, успешная реализация данного проекта несет значительный вклад в развитие экономики Дагестана. Говоря о деятельности Каспийского завода листового стекла, Абдусамат Гамидов подчеркнул, что в настоящее время завод работает на полную мощность и является флагманом дагестанской промышленности. Потому инвестиционный проект решили поддержать на уровне правительства Дагестана и предоставить ему государственные гарантии.